Заседание КЧС провел глава города Анатолий Пахомов. Мэр напомнил всем службам города о чрезвычайной ситуации, которая произошла в минувшие выходные дни в Лазаревском районе Сочи. В результате выпавшей двухмесячной нормы осадков сошло 6 селей. Был подтоплен ряд сел. Сейчас здесь ведутся восстановительные работы. К сожалению, гидромет пока не радует своими прогнозами. Теперь локальные интенсивные дожди ожидаются в районе от центра Сочи до Адлера. Анатолий Пахомов потребовал провести проверку готовности ливневых канализаций, выставить дополнительные посты на реках, коммунальщикам быть готовыми к уборке аварийных деревьев, в период неустойчивой погоды обеспечить круглосуточное оперативное дежурство, в первую очередь сотрудников муниципальной службы спасения, МЧС и патрульно-постовой службы. Всех жителей и гостей курорта просят быть внимательными к изменениям погоды при звуках сирены, не игнорировать предупреждения спасателей. Оповестить всех, что спим бдительно. С другой стороны, пожарные у нас присутствуют, да, вот МЧС присутствует. Значит, пожарные в любой момент, там мониторинг будет установлен, чтобы людей разбудить, значит, быстро должны подъехать и, сиреной определить тревогу. Не все на тревогу выходят. Многие не понимают этого. Также власти курорта просят горожан и гостей Сочи воздержаться во время ливней от поездок на личном транспорте. Категорически запрещен вывоз экскурсионных групп в ущелья и узкие каньоны горной зоны. Возможно, стоит перенести на другие дни и отдых возле водоемов.